О, зашел я тут в одну заброшку. Ну, по дороге просто увидел. Думаю, надо зайти. Вот. И, интересную тут ванну нашел, что ли. Или емкость. Не знаю, для чего вообще нужна. Вот такая. Вот. Ну и здесь кто-то периодически, честно говоря, сидит. Костерышек ждет. Книжки читает. Что за книжки-то хоть читает? Поджог. Что-то здесь бродило. Вот во двор, что ли? Там просто соседний участок, и там кто-то живет. Поэтому мы тут все делаем тихо. Вот. Ну, какое-то предприятие тут было. Вот тоже темная комната. Стекол тут полно побито. Тут в решетках. Меня вот что смущает на самом деле. Емкость какая-то, типа бассейна. Большое помещение. Тут тоже. Я бы подумал, что это яма для гаража. Вот. Но слушай, очень мелкий он. И потом, даже если это яма для гаража, а машина-то как сюда въезжать будет? Маленькая дверь. Пипец тут набито. О, это печь для обжига. Что-то тут обжигали. Реально здесь что-то обжигали. Да, вот так она закрывалась. Чик. И что-то здесь обжигали. Большая печка. О, какая. И она работала. Потому что видно по ней, что температура была, и просто построили и бросили. Значит, здесь что-то производили. А что здесь производили?
Что-то нет никакой документации. Вообще никакой. Ну, видно, что это. Прям цеха какие-то. Не знаю, стоит туда вообще лезть или нет. Ну, блин, только ради вас. И то опять я одной рукой полезу. Втором этаже. Нет тут ничего. Доски там и прочее все. А этот второй этаж. Другой. Да тоже нет ничего. Труба вон какая-то идет. Воздуховод. Ну и все. Я, честно говоря, побаиваюсь тут ходить. Чтобы не провалиться. Вот. Не очень-то оно запущенное на самом деле. Здесь вообще что-то томилось походу. Вон птички где-то. Поют. Что это такое за комнатка была? Непонятно. О, котик какой белый побежал. Спугнули мы его. Он тут охотился, наверное, на кого-то. Да. Ну все, тут на самом деле-то больше смотреть не на что. Это походу вентиляция вообще. Вентиляция. Все. Я, с вашего позволения, выключу камеру, потому что что-то я боюсь отсюда грохнуться.